Добрый день. Показываю вам стульчик складной. Называется рыбацкий алюминий красный. Ну, потому что он красный. Что мы можем о нем сказать? Каркас металлический, трубки должны быть там 15 мм. Покрытие порошковая краска черного цвета. Сиденье и спинка ткань Oxford 600D. И сумка-чехол в комплекте. Сейчас я его распакую. Вот в таком он чехольчике. Правда, у нас нитки вылезли. Ну, надеюсь, что ничего страшного. Поставщик Днепр, производитель Китай, материалы металл, ткань. Размер 82 на 50 на 80. Ну, снимаем чехольчик. Весит он чуть больше 2 килограммов. За счет того, что здесь металл, и выдерживает, как написано, 100-килограммового человека. Попробуем разложить его. Секундочку. Раскладывается довольно легко. Одному человеку вполне можно справиться за 5 секунд. Есть подстаканник в подлокотнике. Вот здесь у нас надевается сюда, на эту ножку, подлокотник. С одной стороны есть подстаканник, с другой нет. Ткань плотная. Шуршит немножко. У нас есть похожий стул, синего цвета мы брали, но другого производителя. Ну, в принципе, похож на этот. Подлокотники вот здесь, на резиновой такой вставочке. В задней части к спинке крепятся к ножке, и она позволяет регулировать высоту, выше, ниже опускать. Когда подлокотник натягивается, она стоит на месте. Так, задняя часть показываю. Вот здесь видно, что материал такой клеенчатый. Швы. Пока прошито вроде бы качественно. А то будет видно. Вот соединение показываю. Тут на передней части тоже есть вот такие вот отверстия, куда можно вбить колышек, чтобы стул не улетел, допустим, если вы где-то на природе или на рыбалке. Написано, что черное напыление, но оно здесь цвет у нас такой серый. И здесь демонстрирую вам вот эти вот соединения и ножки. На первый взгляд, стул качественный. Будем надеяться, что прослужит он нам долго. Всем спасибо за внимание. Стульчик рекомендую.